Всем привет, дорогие друзья, с вами Константин. Продолжаем изучать Eric Swift. В этой видеочасти познакомимся с таким эффектом, как сайд-эффект. Побочные эффекты. Ну, если говоря простым языком, это когда наш поток вычислений зависит от окружающей его среды и меняет ее. Для вас я сделал тут небольшую диаграмму. Значит, смотрите. У нас есть с вами Result Observable, который полностью дублирует Source Observable. Но мы встраиваем какой-то перехватчик событий жизненного цикла Source Observable. Ну, если вкратце все, что я тут сказал, значит, мы вклиниваемся между выполнениями последовательности Observable и совершаем определенные действия. По сути, мы выполняем действия на определенные события жизненного цикла Source Observable. Мы можем использовать вот этот вот как раз оператор doOn для реализации сайд-эффекта. Вот этот doOn оператор, он имеет еще такие вот три события реализации: doOn next, doOn error и doOn complete. doOn next можно использовать еще как для дебагинга, то есть выводите какую-нибудь отладочную информацию с помощью там print и так далее. Ну, doOn error — это если еще с методом, с оператором flat map, то он хорошо подойдет для обработки ошибок. doOn complete — ну, это у нас завершает событие. Также doOn next, помимо отладки, можно вот как раз использовать для сохранения там всяких разных результатов, там, не знаю, там, сетевых кэшев, ну и так далее. Где вообще у нас применяется сайд-эффект? Это, например, ну, при логировании там пользователя, там, не знаю, если надо, если у нас, например, есть какой-нибудь collection view, и у нас идет подгрузка данных с интернета, то мы, например, можем показать какой-нибудь UIView Activity, а затем убрать. То есть, ну, примеров много. Предлагаю реализовать на каком-нибудь простеньком примерчике. Пример будет у нас брать Фаренгейт и переводить в Цельсию. Поехали. Возьму какой-нибудь sequence. Какие-нибудь температурные значения, например, 0.32.300. Также я это дело надо последовательность преобразовать в observable последовательность. Это берем, значит, observable, используем from array, сюда мы передаем sequence. Раньше вот хорошо, пока deprecated метода не было, вот этот использовать, то observable, все. И он нам сразу делал в последовательность. Я не знаю, можно, конечно, попробовать и с такой штукой, как S. А, ну, тут по-другому немножко ее использовать надо. Ладно. Вот, получили, значит, мы взяли последовательность, преобразовали ее в observable. Теперь надо взять вот эту нашу перемену tabSequence и вызовем вот этот вот оператор doOnNext. Вот видите, вот doOn next есть, error и complete. Но дело в том, что, видите, они устаревшие. И все сделали теперь в этот метод, в большой. Я его вызываю, этот метод. Здесь управлять мы ничем не будем, поэтому я сокращенную версию его напишу. Что у нас здесь будет? Здесь мы будем выводить, наверное, информацию. Вот, как я говорил, отладочную наших всех элементов. Берем наши вот эти вот элементы, это они у нас будут фаренгейты, ну где-то так вот. Ну еще терминатор напишем, пустую строку. Отлично. Преобразование будем делать в мапе. Я тоже здесь, наверное, воспользуюсь, ну давайте такую запись сделаем. Значит, что нам надо? Нам надо взять, преобразовать наши эти полученные значения, как там, в Цельсии. Значит, умножаем на 5, делим на 9,0. Это мы в дабл должны привести. Ну и для того, чтобы все работало, делаем subscribe. Давайте я напишу subscribe, on next. Вот, вот так вот. Ну и что мы здесь с вами напишем? Напишем следующее. String. Вот тут формат у нее есть. Значит, формат какой мы возьмем? Чтобы нам показывали. Так, это... Давайте процент я... Один, наверное, там. F.
кафе. Вот, это у нас все будет градусы, градусы эти, Цельсии и аргументы. Ну и выполним disposable. Создам сейчас переменную. Давайте db disposable back. Сюда мы передадим db. Вот такой вот у нас примерчик с использованием side effect. То есть, видите, 0 градусов по Фаренгейту, это минус 17,8, 32 Фаренгейт 0, ну и так далее. Ну и так далее. Можно написать минус 40 по Фаренгейту, он нам выдаст минус 40 по... минус 40 он нам выдаст по Цельсию, то есть они совпадают, Фаренгейт с Цельсием. Вот видите, минус 40, минус 40. Все, ребят, на этом я урок закончил, он был такой коротенький. Надо просто знать это тоже, что есть такой сайд-эффект. Все, всем спасибо за внимание, пока.